Очередная гуманитарная помощь для военных из нашей республики, находящихся в зоне СВО, собрана в Урупском районе. По заявке военнослужащих приобретены автомобиль «Нива», генераторы, ноутбуки, медикаменты, продукты питания и многое другое. За погрузкой и отправкой гуманитарного груза наблюдала наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкезова. Очередную партию гуманитарной помощи от Урупского района собирали, исходя из пожеланий наших земляков-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С первых дней специальной военной операции по поручению Рашида Бориспиевича в Урупском муниципальном районе созданы пункты сбора гуманитарной помощи. Наше население активно участвует, приносят различные вещи, продукты питания. Также администрация муниципального района и главы всех поселений ведем работу от себя. По необходимости, по заявкам нашим ребят приобретаем специальные вещи, которые необходимы им. Люди добровольно несут и продукты питания, и все необходимое. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Согласно заявке попросили «Ниву», машину «Ниву», генераторы, ноутбуки, рации и продукты первой необходимости. В составе гумпомощи и мобильный транспорт для выполнения боевых задач. Активные и неравнодушные жители Урупского района отправили в зону СВО автомобиль «Нива» повышенной проходимости. Перед отправкой в путь агрегат проверяет принимающая сторона. Впереди долгий путь и участие в боевых действиях, а потому все узлы и агрегаты авто должны быть исправны. Перемещение для нас это очень важно. Вот. В любое место мы можем проехать по необходимостям. Вот. Это очень удобная машина, вот. Легкая, поэтому для нас это очень важно в настоящее время. Самые большие потребности для участников СВО – это буржуйки, теплая одежда и генераторы. Без последних нет даже связи. Для нас, помимо того, что, как вы говорите, тепло, для нас самое важное, чтобы была всегда связь. Если генератора нету, связи не будет, рации не зарядить. То есть корректировка и все остальное, работа, она прекращается. Для военнослужащих, мобилизованных и добровольцев из нашей республики очень важна поддержка со стороны населения и органов власти республики. Бойцы остро чувствуют, что не одни, что нужны, что их ждут, о них заботятся. Для нас это, во-первых, очень приятно, когда ты находишься на линии фронта, к тебе приходит гуманитарка. Ну, важна и необходима, и это поднимает дух боевой, вот, что все-таки кто-то заботится, родные, население. Это очень приятно, это необходимо. Мы как бы очень благодарны за гуманитарную помощь. В составе гуманитарного груза есть даже, казалось бы, мелочи, например, чугунок и поварешка. Но на передовой это одни из самых необходимых вещей. Ценный груз для солдат упаковали, погрузили, и микроавтобус двинулся в долгий путь, чтобы порадовать наших бойцов. Мурат Джанкезов, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район.